сегодня у нас. Вчера знаю, что ловили. Вчера знаю, что ловили вечером. Утром не знаю, как ловили. Вчера, сегодня тоже не знаю, как пока ловят утром. Ну как сегодня утром? Митте-мидаги. Аккуратно, дико. Петитурама. Керфига пьет, высика. Керфига. Ну а еле оли нима, де омикул ли олну мидаги, ага, ихту поле. Ихтул оли мега эсти регват. Вот прайгу лэн вэль. No ei tea, lihtsalt ma täna mehed, kes käis seda kärpsa ostma, siis räägiti niimoodi, et eile õhtul oli väga hästi, aga päeval oli kaun. Võt, vaatame edasi, mis seal tuleb. Nii seal mehed räägivad. Võt, pakas otra ничего, никак и ни почему. Какие люди и без охраны. И не зайдет, и не зайдет. И не зайдет. А ты я сегодня за все, знаешь, за всю зиму и за все это, думаю, поеду. Первый раз. Есть, ну, первый раз. И не зашел, и не зашел. А у меня... Ну, хоть да... бы поздороваться зашел. А, ну, вот надо. Ну, то я, вообще, а то я не знаю. Ну, еще, сын сегодня тяжело. Пришел, говорит, на тебе червей, на это поедь. Ну, я думаю, он на работу поедет. Ну, на опарыша случай, может быть. Ну, и... опарыш, говорю, не хочет такой. И червей не знаю. Ложи, тоже ну, не по вчерашнему разговору, то, что было, вечером вчера было хорошо. Да? Ну. Пойду, Толик там сидит, узнаешь. Вечером сказали, вчера брала хорошо. Днем ну, так. Ли... Ну, так люди говорят, я фиг его знает. Не, может быть, с утра-то холодновато еще. Ну так ни одного опарыша не использовали. Начал звонить, куда сюда положил сюда. Ну. Латва. Села я. Разговаривал этим Михаилом и не подсекал, просто поднял, шел и оторвался. Оторвался. Да. Но плотва была хорошая. Да. И тоже дело. И тоже дело. Ну да. А здесь дело как ничего на месте. Или что-то поймается уже. Здравствуйте. Пару штук. Пару штук и тоже рыбинки. Плоточки. Ну, тут должно быть наловлено так, что идти ту налево. Тут он не уходит отсюда. Как придет, как после льда шел, сел после льда сразу, ты до сих пор сидишь, да? Вот и все. Это здесь, его, что, здесь плотка, а здесь елец, да? А там еда, там каша. Ельчики и плоточка. Томас, а ты как? Мидаги. Мидаги. Да. Ага, еле. Вот. А ты что вчера достал? Яйцов, ну а я... О, нет. Бегом. Это специально, чтобы... Да. Специально. Ну красота, все. Да, и плод. Я уже раз поймал. Он уже одну и ту же третий раз. Она вторая раз, Он третий раз, наверное. Все, благодарю, законно, хорошее дело. Смотри, удилище у меня какое. Да. 10 миллиметр кончик. Ой, ну такие есть удилища вообще без кончика. Я думал, такого еще не дошел бы. Да, все, вот. Снимается хорошо.